Взрыв во дворе частного дома в Белгород-Днестровском районе стоил входной двери его владельцам. Обошлось без пострадавших. По данным полиции, бросить противотанковую гранату по дверь решил 47-летний мужчина. Таким необычным образом он хотел напугать 64-летнего пенсионера, который живет по соседству с родителями сожительницы подозреваемого. Испуг, по мнению мужчины, должен был предотвратить конфликты, которые периодически возникают между соседями. Как оказалось, задержанный ранее судим за кражи и распространение наркотиков, свою вину он не отрицает. Наразі фигурант был затриманный за статьей 208 Криминально-процессуального кодекса Украины. Он чекает на обрання запобіжного заходу. Слідство триває. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.